Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі, ви дивитесь програму «Хто за нами стежить?». З вами я і ведучий Дмитро Василець. Сьогодні у нас в гостях голова представництва правозахисної швейцарської організації «Мережа солідарності» Андрій Гожий. Вітаю вас. Мір вам. І сьогодні у нас буде така цікава тема. Ми будемо аналізувати фільм Аркадія Мамонтова «Операція Мазепа». Це релігійна тематика, але все ж таки давайте подивимося фрагмент фільму, який показують російським телеглядачам, і розберемося, чому саме от у такому контексті показують події, які відбуваються в Україні. Прошу. Свобода – наша релігія. Эту фразу впервые произнес английский шоумен, убежденный атеист и безбожник Пэт Кондал. Теперь это высшая ценность для украинцев. Лозунг появился в Киеве накануне Евровидения. Так власти Украины дали понять, что Бог для них не главное. І от ми бачимо, в принципі, відео з України, і ми бачимо такі от негативні процеси, акції так звані. І от як ви можете прокоментувати, що саме акцентують на от такому такій тезі «Свобода наша релігія». До чого тут свобода і при чому тут релігія? Да, при том, Дмитрий, что ни свободы, ни религии здесь в абсолюте нет. Да, действительно, они оперируют двумя такими всеми нам известными категориями, понятиями, как Бог, как высшее существо, да, и как свобода. В действительности, свобода – это такое понятие для либеральной буржуазии, которое она демонстрирует как титул, вперед, типа вот у нас здесь свобода, при этом там в социалистических обществах, в обществах, которые исповедуют традиционные ценности, там типа не свобода. Однако свобода, которую выбирают либералы, она очень специфическая. Она касается только определенных личностных извращений. Да, ты можешь там жениться на мужике, жениться на стуле, да, там, и прочие вещи. Там, шагать на гей-парадах с радужными флагами. Однако, не дай бог, ты при демократии усомнишься в демократичности демократии, тебя запакуют, и ты поедешь на Кубу в Гуантанамо сидеть без приговора суда. И прочими. Зачем это делается? Когда тебя окружают буржуазные институты, которые выдавливают из тебя последнюю каплю, у тебя все в кредит, ты не можешь ни учиться, ни лечиться, тебе за все надо платить деньги, у тебя вокруг ипотека, тебе сокращают трудовое законодательство, тебя могут вот так вот уволить, женщинам не платят декретные деньги, да? Тогда тебе говорят, ну, вот ты живешь в этих оковах, ну, у тебя же есть свобода, ты можешь пошагать на гей-параде, поставить белого на колени, чтобы он тебе ногу поцеловал, и дальше пойдешь опять жить в свой трейлер в нищете. А при чем здесь Бог? Очень просто. Вопросы религии – это всегда такой вот тотальный триггер, да, чтобы разбудить противостояние в стране. И противопоставить, что вот мы украинцы, с нами Бог, да, вот какой-то наш специфический украинский Бог, нам его в Томосе прописали, нам его Филарет как бы здесь пропагандировал до этого, но сейчас его чуть отодвинули от пропаганды. Mm-hmm. А в России как бы все, вот то, понимаете, это область сатаны, там сатана живет, вот, и вот этот вот сатана пришел на Украину и начал отбирать фабрики, отжимать заводы Порошенко в Крыму и прочее. Але все ж таки, давайте подивимось далі цей фільм, щоб більш детально проаналізувати наступні події. Ровенський священник протоиерей Віктор Земляной був одним із організаторів всеукраїнського хрестного ходу за мир. Прошлым летом около 100 тисяч віруючих шли в Києво-Печерській лаврі, молясь о мирі для всієї України. Процесія розтягнулась більше, ніж на десятки кілометрів. Тисячі православних ждали їх в Успенському соборі лаври для совместної літургії. Чуру сварож!
Сегодня здесь процветает дикая смесь язычества, замешанного на крайнем национализме. Из этой ненависти ко всему русскому православному родился новоявленный украинский мессия, самоназванный патриарх Филарет, организовавший под себя украинскую псевдо-православную церковь, не признанную никем. Вот таке питання, от з вашої точки зору, от навіщо показують саме от під таким кутом цю інформацію росіянам? Ми ж розуміємо, що це дивляться мільйони росіян. От з вашої точки, чому от саме в такому ракурсі і чому саме от так показують? Ну, здесь конкретно смішали все в кучу. Как бы это и понятно. Ну, первое, это крестный ход, действительно, который был организован Украинской Православной Церковью, та, которая каноническая, да, которая приплетает название Московский Патриархат, однако она в состав Московской Патриархии не входит, да, являясь абсолютно автономной на территории Украины, если можно применить такой юридический термин, как бы в церковном праве оно звучит по-другому. Так вот, это действительно был крестный ход, и наши пропагандисты, там всякие плюсы, прямые, кривые каналы и прочее, говорили, что это шагает спецназ ГРУ, ФСБ там, и разведки Каспийского флота. Да? Но мы видели этих женщин в платках, парней. Ну, зрители могут теперь убедиться, если мы послушаем советы всяких плюсов, как выглядит спецназ ГРУ. Они то посмотрели по фильмам, что там такие серьезные мужики дерутся. Нет, это оказывается он, женщины и бабушки в платках. Просто тогда настолько власть Порошенко перепугалась мирных инициатив граждан, как-то крестный ход за мир, это что такое? Вот. Ну, ясное дело, они заветов Иисуса не читали, поэтому ничего вообще не имеют. Теперь о язычниках. Язычники, действительно, вот здесь я соглашусь с автором фильма, являются культом новодельным, поскольку ни письменных источников, ни четких данных о том, как эти культы проходили, да, какая была у них концепция. Є у нас культ русофобии, и на основе этого культа уже будуются все такие инши. Нет, так они здесь там молятся, там, знаете, живу в лесу, молюсь к лесу. То есть выстроили себе какого-то там перуна, молятся им, там, выдумали свои обряды и прочее, которые вообще не имеют никакой связи с прошлым, ибо мы не знаем, как было в прошлом. Мы не знаем, потому что мы уже более тысячи лет живем в христианской парадигме, в парадигме православия. Ну и третьим элементом это у нас господин Филарет в миру Денисенко. Ну, он не новоявленный, вообще-то он возглавлял Киевскую митрополию в составе РПЦ в советское время. Однако, как всем известно, он проиграл выборы в патриарха Московского. То есть он поехал баллотироваться в Москву, хотел возглавить всю РПЦ. Одна из его программных задач была не допустить никакой независимой церкви на Украине на то время. Однако Филарет выборы проиграл, слава богу, и в 90-х годах тогдашний патриарх Алексий, если мне не изменяет память, и синод Русской Православной Церкви предоставил автокефалию Украинской Православной Церкви. Однако Филарет с этим не смирился и основал здесь, пользуясь тогда в том числе и националистическими настроениями, которые культивировал Кравчук, основал тогда здесь так называемый УПЦКП, да, Киевского патриархата. Однако на протяжении всех 30 лет независимости этот киевский патриархат не был признан ни одной из церквей. А когда нам давали томос, то одним из условий томоса в том числе было устранение Филарета от руководства церковью. Ну, как мы уже знаем, он не захотел все ж таки йти на спокій, і ми бачили дуже багато скандалів з цього приводу. Ну, покой Філарету тільки сніться, не просто скандали, а так, по-моєму, там заявлення строчить на це, на своєго коріша Порошенка, який там в президіумі томосному сидів, і говорить, томос не настоящий, поміняйте нам томос, не тот томос далі. Ну, понимаете, ситуація яка? Хто туди поїхав там встречати цей томос, да? Там ці марики всякі, луцики і прочі, вони не то, що там грецького з англійського не знають, вони як бы плохо на украинском с русским говорят, правильно? Поэтому они не смогли там в Стамбуле прочитать, что им написали. Взяли эту конфету завернутую, довольные, приехали, а потом уже как прочитали, ой, как неудобно вышло, понимаете? И поэтому, да, они сейчас все грустят, потому что
Им же, во-первых, они не имеют права действовать вне территории Украины. То есть в диаспоре они уже действовать не могут, да, согласно Томосу. Они должны мира покупать. Все ключевые вопросы должны решаться в Стамбуле, да. А Стамбул есть Стамбул, как бы. Поэтому они все сейчас грустят на самом деле. Порошенко так спешил получить эту конфету завернутую, что, знаете, как в детском саде, когда он ее развернул, а там не Рошен оказался. Угу. Зрозуміло. А от з вашої точки зору, чому от саме от росіяни показують, що релігійну тему, особливо через Філарета, цього пана Денисенка, розпалюють між національною ворожнечу та стимулюють русофобію? Якщо ми подивимося об'єктивно, це дійсно так. І в нас в Україні відбуваються такі певні негативні процеси. Навіщо це показують росіянам? Ну, чтобы, во-первых, они показывают не только, что здесь стимулируют русофобию, здесь и украинофобию стимулируют. Ну, если я украинец, да, хожу в УПЦ, то они вешают на меня ярлык, что неправильный украинец. Правильно? А если я украинец и говорю по-русски, допустим, ну, есть такие украинцы, которые говорят по-русски? Больше половины. Ну, оказывается, больше половины страны. Значит, я неправильный украинец. То есть они сеют раскол не только русофобский, они сеют раскол по языковому и религиозному принципу. Ну, а русским показывают правду, ну, смотрите, что происходит на Украине. Поскольку и в России является очень большой пул так называемых либеральных, хотя ничего с либералами они не имеют общего, скажем так, пул соросоносных или соросат... Вот господ, да, которые сосут из Сороса деньги, для того, чтобы в России запустить тоже определенные церковные расколы. И надо же продемонстрировать. Плюс, опять-таки, Россия, если мы говорим, она страна еще более многонациональная, чем Украина. Там очень большая группа мусульман живет, да. Северный Кавказ, татары, очень большая группа буддистов, да, вот те самые боевые буряты, вот, они буддисты, ламаистов очень много, православных, и по городам большим, там Питер, Москва, сконцентрирована большая группа католиков. Поэтому надо в том числе россиянам на примере Украины показать, как делать не надо. Вот смотрите, ты ходишь в мечеть, ты входишь в православный храм, я хожу в костел. Ходите, дружите, живите мирно. Зачем вам идти на поводу каких-то одиозных лиц, которые преследуют свои чисто финансовые интересы, хотят устроить небольшую войнушку? Угу. Ну, давайте подивимося еще один фрагмент этого фильма. Правый сектор, два круга назад! Общество абсолютно расколото. Вот если даже сегодня посмотреть социологические исследования, то до сих пор 50% украинцев, чуть больше 50% украинцев считают Майдан революцией достоинства, а около 40% считают государственным переворотом. То есть общество расколото. Любой вопрос возьмите, церкви, языка, истории, общество расколото как минимум напополам. Зверніть увагу, от на чому акцентують автори цього російського фільму. Ми бачимо, що вони показують росіянам, що так, і по Майдану розкол, і по іншим напрямкам. І релігійне питання, воно не десь осторонь, а воно в авангарді цього розколу. Чому саме так? Ну, потому что еще древняя римская формулировка «разделяй и властвуй». А каждому режиму, авторитарному режиму, который находится у власти на нелегитимной основе, нужно два врага – внешний и внутренний. Да, для того, чтобы объяснить, чего мы плохо живем. А потому что по мове не все говорят, да, почему мы плохо живем, почему пенсии маленькие. А потому что, как говорили эти пропагандисты, церковь сатаны у нас здесь находится. Да, поэтому... Тобто вони шукають ворога у середині держави, щоб аргументувати свої економічні провали. П'ята колона, так, от вони чітко називають, вони роздають вже названня. П'ята колона у нас російськомовна, п'ята колона у нас православна, неправильна православна. Навіть ті, хто ходять на 9 травня на... П'ята колона у нас ті, хто чтять Победу, наше совєтське прошлое.
победы советские чтят, да. Не дай бог ты каких-то левых взглядов, не дай бог ты марксисту вообще. Вот. Вот ну, тебе назван враг. На коммунистической партии. У нас коммунистической партии у нас непонятно, у нас запрещена идеология. У нас впихнули в марксизм, большевизм, анархизм. У нас все впихнули в одно. Я думаю, они там сами не сильно разбираются, и они проиграют любую дискуссию об этом. Да, у нас левая идеология как бы запрещена. При том, что в Швейцарии нормально существуют коммунистические партии, троцкистские партии, допустим. Mm-hmm. Ну, нам Швейцария не указ. Подумаешь, швейцарцы. Мы идем своим шляхом. И вот. Это, поэтому нужен внутренний враг, и не просто он не должен быть абстрактным, он должен быть четко конкретным. Вот они четко конкретного врага выделяют и с ним борются. И вот пока они не победят этого врага, мы жить лучше не станем. Мы должны залазить в кредиты, деребанить землю и прочее, потому что там Василец по-русски говорит, понимаете, в быту. Все. Это же аргумент. Да, это серьезно. И им нужен внешний враг, да, потому что этот же внутренний враг на кого-то должен работать. Поэтому есть обитель зла, Кремль, Красная площадь, там сидит штаб по захвату вот Полесских болот и Херсонских ковунов. Вот сидит штаб, и каждый месяц на нас нападает, и думает, как это бы, блин, уменьшить пенсию бабушкам, как бы это отменить бесплатную медицину и начать продавать землю. Но, слава богу, наше политическое руководство страны каждый месяц останавливает вот эти вражеские силы на подходах. И поднимают тарифы на ЖКХ. Конечно, надо поднять тарифы на ЖКХ, иначе Путин нападет. Там же они, наша ж доблестная разведка, она как смотрит? Так, нападаем завтра, если они поднимут тарифы. Ну, все, Зеленский, ну, блин, надо поднимать тарифы, он же не хочет, чтобы Путін к нему под банковую прийшов вместо шофёров і врачей. Угу. Давайте подивимося ще один фрагмент цього фільму. Эта технология нападения в России и Украине на православное христианство более 100 лет. Без этого невозможно построение тоталитарного государства. Сегодня на Украине попытка номер 3. Первая – это октябрь 17-го. Вторая. Конец 50-х, начало 60-х. Правление Хрущева. И третья. Февраль 2014-го. Майданная Украина. І от ми бачимо кадри, які теж не зняли десь на Мосфільмі чи в Голлівуді, їх зняли на Україні. І це дійсно так. Якщо дивитись Кримінальний кодекс, то там є певні статті, розпалювання між релігійною ворожнечі і людей, які це все влаштовували, там закидували яйцями ікони, таке інше. В принципі, це вони підпадають під цю статтю і чомусь жодної кримінальної справи по притягненню до відповідальності оцих всіх людей, які там бігали навкруги і влаштовували це все, їх не заарештували і не притягнули до відповідальності. Це просто свідчить за те, що це, мабуть, державна політика в нас така. І саме це хочуть показати росіянам. Ну, я думаю, да. Смотрите, ну, здесь они, конечно, немного перебарщивают слово «тоталитарный режим». Тоталитарный режим никто не строит, да он здесь и не нужен, поскольку зачем государству контролировать каждую область своей жизни? У нас же вон, гей-парады есть, значит, режим уже не тоталитарный. У нас режим авторитарный. То есть власть хочет, чтобы и она была сконцентрирована в руках определенного пула лиц. Ты занимайся, живи своей жизнью, вот частной и прочее. Однако вот сюда, в эту сферу, ты не лезь. И у нас получается одна церковь, одна нация, один фюрер, вот так вот там звучало. Ну да, там были уже такие ребята. Далее, что такое уголовный кодекс? Ну, уголовный кодекс, по большому счету, ну, книжица, да, это закон. Задача закона в капиталистическом обществе – это выражение воли, да, господствующего класса. Поэтому не всегда то, что там написано на бумаге, оно полностью совпадает с выражением воли господствующего класса в идеале. Если
господствующему классу хочется, чтобы были нападения на храмы, то и Уголовный кодекс, он тоже работает вот в этом направлении, поскольку право применения, рычаги, находится в руках олигархата. Поэтому в данном случае этот Уголовный кодекс, который не опирается на диктатуру пролетариата, о боже, он является всего лишь выразителем воли авторитарного режима. А авторитарный режим хочет, чтобы было религиозное противостояние, была единая церковь, единая нация и единый фюрер. А от чому от вони провели паралель таку, що і з 20-го, в 20-му році була атака на церкву, потім при Хрущові, і потім вже після так званого Майдану. От чому вони показали росіянам саме таку паралель? Я не знаю, почему они показали, потому что эти аналогии абсолютно ложные, и они совершенно не похожи на друг друга, и были в совершенно разных исторических условиях. Если мы говорим про 17-й год, там одно было, да, мы должны понимать, что в царские времена церковь была одним из институтов власти. Да, это был священный синод, который являлся, по сути, церковным министерством. И когда коммунисты своим декретом отделили церковь от власти, в том числе разрешив создать патриархат, восстановить патриархат, который был еще Петром ликвидирован, да. Там же тонкие детали, які вже минули історію 100 років тому. Да, там тонкие детали. При Хрущеве тоже совершенно другое было, потому что Сталин опять-таки восстановил патриархат для того, чтобы в том числе патриотические чувства взыграли, и нам надо было выигрывать самую жестокую войну за всю историю человечества. При Хрущеве это были его отдельные, там была научная борьба, научного коммунизма, да, с церковным мракобесием. Сейчас это совсем другое. Сейчас никто с церковью не борется. Их наоборот плодят эти церкви. Просто одна церковь, самая большая, которая, да, по количеству приходов, и ее объявили вот это жертвой, от которой можно отхватывать куски для новоявленных церквей имени Петра Порошенко. Тут абсолютно разная ситуация. Ну, добро, давайте подивимося ще один фрагмент цього фільму. Нехай Москва лежить в руїнах, а нам на це не чхати. Смерть, смерть москалям, смерть, смерть москалям. Yes, sir. Это птенцы революции достоинства. Будущее – пушечное мясо для братоубийственной войны. Детский лагерь батальона «Азов». Здесь, точно так же, как и в лагерях террористов в Сирии, местные нацисты натаскивают детей, делая из них не людей, а зверенышей, озлобленных и безжалостных. Особый цинизм состоит в том, что под лозунгом «Свобода – наша религия» сделает человека абсолютно несвободным. Ну от зверніть увагу на те, що автор фільму саме поставив акцент на братовбивчу війну. Я так розумію, якщо тут апеляція йде до росіян, все ж таки із тієї сторони громадянам Російської Федерації показують, що це не війна якась там інша, а саме братовбивча. Тобто таким чином стимулюючи росіян не брати зброю, навіть якщо там буде якийсь конфлікт. Як ви можете прокоментувати? І от чому саме показують такі картинки з, на жаль, України, бо об'єктивно це Україна, і це дійсно там відбувається за все і лагеря, і там і діти, яких навчаються, по суті, русофобії навчають. Як ви можете прокоментувати? И русофобии, и украинофобии. Смотрите, Дмитрий, ну, первое, они сказали, что это птенцы Майдана. Конечно, это никакие не птенцы Майдана, потому что Майдан был русскоязычный, по большей части, и стоял совершенно за другое. Просто когда власть на Майдане захватили политические проходимцы, они буквально через какое-то время после Майдана передернули такие лозунги, которых на Майдане не было. Никто там не стоял за Бандеру, за подавление русского языка и прочего. Да и никому не секрет, что половина Майдана финансировалась теми же регионалами. Да? Ну ладно, это следующее. Дальше, вот что здесь показали, это Аваков Югент.
понимаете? Ну, должны же на востоке Украины, да, вот быть пушечное мясо, да, которому будут там киши наматывать на танковые гусеницы, пока чьи-то детки будут в Лондоне плясать, а будут в Италии отдыхать и в благословенной Швейцарии учиться, да? Вот и все. То есть, ну, нужно пушечное мясо. Его можно легко обработать, пока оно в юном возрасте. Я не понимаю, что в голове у родителей, которые отдаются своих детей, лучше бы заставляли их книжки читать, да, и спортом заниматься. А показывают здесь следующее россиянам, что у нас же их готовят, вот этих вот славных аваков-югенцев, не для войны с Россией, по большей части. С Россией воевать же они боятся, я что-то не вижу, как славный полк Азов Крым освобождает, да, или вот эти вот зигующие пацаны перебрасываются отдельными группами в Крым, да, и освобождают там территорию. Кубань, вот, или Кубань, да, они только в своих влажных мечтах. Они же, вообще, большинство из них даже и на восток Украины против вооруженных формирований ЛДНР воевать не едут. Они идут воевать с врачами, которые требуют, значит, выплатить зарплату. Они идут с журналистами воевать, избивать вот эти вот. Они на шария толпой, да, нападают на журналистов и на активистов по одному. Вот для этого их готовят. И россиянам показывают, что, ребята, смотрите, к чему приводит оголтелый национализм, когда ты не просто там даже уже больше за Украину, а по указанию своего фюрера, да, нападаешь на лиц, на которых вешают язык москаль. Вот Дмитрий Василец, москаль. Все, и эти как бы с обработанными мозгами нападают. Их как бы ждет в жизни катастрофа и личностная, да, и как профессионалов и прочих, потому что они борются за ложные идеалы, а по сути пусть лучше посмотрят на доходы теневые своего руководства. Тобто ви вважаєте, що цих дітей саме таким чином науськують саме проти українців? Звісно. І от і не для того, щоб вони йшли і щось там звільняли. Звісно, а що вони освободять? Ну, что они освободят с таким руководством? Послушайте, для меня, когда Азов нападает на беззащитных людей, да, ну, кого они освободят? Вооруженных пойдут против флота Российской Федерации Черноморского, да, против морпехов или против рязанских десантников они пойдут? После того, как натренируются на активистах шария? Ну... Зрозуміло. Давайте подивимося ще один фрагмент цього фільму. Їх підтримують праві радикали, «Свобода» політична партія, «Правий сектор», всі наші праворадикальні структури. Тобто політичні праворадикальні групи. Ті групи, які вже мають опит війни на Востокі, вони добре організовані, добре вооружені, дуже агресивно настроєні. Тобто вони просто силовим путем будуть, як ми бачили це вже неоднократно на Западній Україні, просто розправлятися з неугодними і захватувати ці церкви. Новая волна захвата храмов, принадлежащих канонической Украинской Православной Церкви, началась сразу же после государственного переворота в Киеве. Сначала на Западной Украине, потом вал насильственных нападений захлестнул всю страну. Священников, иерархов канонической Украинской Православной Церкви, раскольники, правые радикалы, киевская власть считают агентами Кремля. І от ми зараз подивилися фрагмент, який зняли в Україні. І дійсно, у нас є напади на храми, є у нас навіть закон про церковне рейдерство, коли якісь люди, які не мають ніякого відношення до церкви, можуть приїхати в певне село, провести якісь збори і за документами цих зборів мати можливість зайти до храму і сказати, це все тепер наше. Ну, але от, якщо от проаналізувати от більш детально, і от у нас в Україні
часто згадують, що от в Росії там пропаганда, там брешуть, таке інше. От з вашої точки зору, де тут брехня чи маніпуляція? Ну, от в этом сюжете мы вернемся к предыдущему, да, что не против России их готовят. Вот мы теперь увидели применение. Их готовят против украинцев. Просто другого, это даже не другого вероисповедания, деноминации другой, то есть тех же православных, все одинаковое, да, только линии подчинения разные, да. Эти подчиняются Стамбулу, а как бы а УПЦ подчиняется Киеву, да, потому что УПЦ, та, что каноническая, у нее все органы управления находятся в Киеве, Синод в Киеве, Высший Церковный Суд в Киеве, Митрополит в Киеве, да, а у тех находятся все высшие органы как бы в Стамбуле, да, потому что там патриарх, там Синод находится, оттуда они получают мира, да, это масло, которое необходимо, то есть очень важно. И там находится у них Высший Церковный Суд, да. Вот. И теперь выходит, приходим к тому, что вот их готовят для захвата храмов. Храмы же проще захватить, чем строить. Правильно? Вот. А поскольку вдохновителем вот этой всей церковной движухи был человек, очень мощная личность. Ну, не он же построил эту кузню на Рыбальском. Правильно? Порошенко же ее не построил. Как она у него оказалась? Не он же построил фабрику Карла Маркса, о боже, Карла Маркса, Рошен. Не он же ее построил, правильно? А как она у него оказалась? И другие предприятия. Ну вот, то есть вот он свой такой вот мышление вот этого барыги позднесоветского периода. Что он это рейдерский, мое смысл. Да, ну барыги позднесоветского периода думал, а что я буду храмы строить, ну, если вот есть уже построенные, табличку поменяли, как бы священников перекрестили. Все это просто вот такое мышление узкого лавочника, да, вот этого филистера, вот. Порошенковская, да и все. А ребята, ну, которые участвуют, ну, не на завод же им идти работать. Да, часть как бы уехала, ну, это неплохие люди на самом деле. Вот клубнику собирать в Польшу и прочее, это неплохие люди уехали. Это люди, которые как бы хотя бы хотят работать. Хотят зарабатывать честно. Ну, остался определенный пул лиц. Ну, каже, я тут на Майдане постоял, на блокпостах постоял, как бы я собі стою, а на сигареты є там. Гроши, ну, а что? Вот и все. Чего бы храмы не позахватывать, чего бы журналистов не поизбивать. Ну, если за это ничего не будет, еще ну, за что-то же они покупают себе хлеб, масло, а некоторые и мерседесы, правильно? Ну, вот эти вот активисты-волонтеры. Я не могу долго волонтерить, потому что и вы не можете, надо на работу ходить хоть иногда. Правильно? Вот люди годами уже волонтерят. А вот еще все-таки сконцентрироваться на том, чи є пропаганда, чи маніпуляція в цьому. Вот, ну, дуже часто у нас звинувачують російські ЗМІ, що о, там пропаганда. От ми бачимо от конкретний фрагмент, ми бачимо відео з України, ми бачимо аналіз подій. От, з вашої точки зору, чи є там пропаганда, чи маніпуляція? Якщо навіть дуже критично дивитися, що там показують. Смотрите, я отвечу так, дуже критично. Звісно, там пропаганда є. І у нас пропаганда є. Ну, не треба к пропаганді відноситися як к негативному слову. Це хороше, нормальне слово. Ти кого-то пытаешься убедить, да, в своем мнении. Вот кто-то пропагандирует здоровый образ жизни. Говорят, что вместо того, чтобы пиво вечером пить, лучше на пробежку ходить. Это пропаганда. 15 лет тюрьмы за это, правильно? Потому что не пару заводов, которые принадлежат хорошим пацанам, ну, выторгни получит. Так же и здесь. Они пропагандируют свои идеи. Они говорят, вот русские, вот украинцы, мы один народ. Вот они это пропагандируют. Мы православные, мы должны жить в мире. Против нас все другие, нам надо объединяться. Только когда мы будем вместе, да, вот они это пропагандируют. Есть лица, которые пропагандируют другое. Мы древние укры, мы построили пирамиды, вырыли там Черное море, там, правильно, наша мова древнейшая за санскрит, да. А это Макша там и прочие, они вообще монголо-татары, мы абсолютно разные. У них там церковь сатаны, у нас церковь там Дождь Бога, Перуна, солнечных богов. Кстати, свастика тоже солярный, солнечный символ, вот они ее везде рисуют. Але вот, давай так. Якщо от переконати громадян України чи громадян Росії без відео захвату храмів, без відео
тих маленьких дітей, яких там тренують там вбивати. Вони б змогли все ж таки отак от переконливо доказувати саме свою точку зору? Ну, звісно, ні. Тому що головний принцип пропаганди – це наглядність. Правильно? Якщо я говорю, що курити вредно, правильно, я должен показать легкие курильщика. Все четко понятно. Если я говорю, что на Украине захватывают храмы, я беру этот переможный сюжет из плюсов и показываю, смотрите, и там, о, хлебцы, активисты, там, вот, понимаете? Это все. Наглядность, конечно. То есть, кто больше сделал для русских федеральных каналов, это еще вопрос. Потому что так часто, как там появляются украинские националисты, хлебцы, атовцы и прочее, но это еще надо стараться. Такое ощущение, что они заказ Мосфильма выполняют. Ну, давайте подивимось еще один фрагмент этого фильма. Война – это кровь, слезы, сломанные судьбы, жертвы, беженцы. Ванечка, ему было 5 лет, вот вчера только день рождения исполнилось, а буквально вчера. От Светогорской лавры до Донецка всего-то около 80 километров. Там выстрелы, взрывы и кровь. Беженка из Донецка в монастыре нашла кровь и еду. Ну, самое тяжелое ощущение как бы брошенности, потому что как бы своими силами, когда много детей особенно, тяжеловато. А когда ты никому не нужен, и как бы родственники там помогают как могут, да, там. Вот я была на сносях вообще, мне 5 дней до родов оставалось, вот этого вот молодого человека. И всю беременность по каким-то бегам из Донецка, потому что было страшно. И вот батюшки нашли совершенно случайно. Муж пришел сюда купить ладан. А тут как бы оказалось, что можно, что тут не страшно, что там мужской монастырь. Мне когда муж сказал, а теперь вы едете в мужской монастырь. У меня была истерика. Нельзя же туда беременной, ну как там монахи ходят. Ну это же дикость вообще, ну куда людей... Можно там покровительница Матушка Богородица, она считается как игуменья монастыря, она как бы деток там, беременных мамочек, она их всех там привечает, и в общем можно. Ну вот приехали, и оказалось, что тут, ну, как бы моральная поддержка, она гигантская. Я так розумію, чоловічі монастирі Української православної церкви, це, я так розумію, з точки зору пропагандистів певних, це тренувальні лагеря для спецназів, чи як. А от ми бачимо сюжет і показує, що там все не так однозначно. З вашої точки зору, чому саме таким чином показують монастирі Української православної церкви? Ну, здесь историческая параллель, потому что издревле монастырь, да, скиты и обители были убежищем, когда на родину приходил враг, да, в силу своей определенной отдаленности, высоких стен, да, которые должны защитить братью как бы от искушений мира. Можно ли готовить в монастырях? Но спецназ – это могут только говорить те люди, у которых в голове маргарины, которые, в принципе, никогда в монастыре не были. И что, где там готовить? В кельях, в трапезной, на колокольне, там, где стрельбы проводить? Ну это бред откровенный, конечно. Действительно, почему показали Святогорскую лавру? Поскольку по всех пропагандистских ретрансляторах она была как таким... чуть ли не укрепленной огневой точкой Сепарвы, да, там, ну, ужас просто. Такое ощущение, что там сейчас, значит, маковки церков сдвинутся, и ядерные ракеты полетят на Киев. Пропаганда ни перед чем не останавливается, и задача пропаганды, я имею в виду сейчас про пропаганду войны, обесчеловечить, да, что это не женщины, не дети, не священники, не монахи, что-то какой-то там биомусор, да, неполноценные граждане, как говорил наш визави, да, который когда-то к вам в гости в студию пришел, да, что это там, что это лишние люди, да, помните его? Дроздов вроде его. Вот, говорил, это лишние люди. Вот, только задача пропаганды создать из Донбасса лишних людей. Они же еще и по-русски говорят, и ужас. Давайте подивимось еще один фрагмент этого фильма.
не треба думати, що населення Донбасу не винне в цих стражданнях. Винне і свою провину повинно відкупити стражданнями і кров'ю. Это враг человеческий, который сеет вражду не только между людьми, но и между церквями, между священнослужителями. Потому что сейчас кто сеет? Это дьявол сеет, потому что люди отошли от истинной веры, потому что люди все служат не Богу, а служат властям. И вот это самое страшное, когда церковь хотят заполитизировать. І от дійсно, от ми бачимо такі заяви Філарета, і я навіть не знаю, хто більше допомагає російській пропаганді, ніж сам Філарет і націоналісти так звані. Адже ми бачимо, що от дуже аргументовано показує з тієї сторони події, які відбуваються в Україні. І мені навіть важко з цим не погодитися. Чому, от, з вашої точки зору, саме от такі фрагменти показують росіянам? Видите, господин Филарет, видно, в силу возраста, как бы должен был уже пойти на пенсию, но возрастные деменциальные изменения, они как бы происходят в мозгу, и он, а может, ему эта шапка в голову нагрела, и он перепутал черную мессу, да, где надо болью и кровью животных, там они эти сатанисты приносят, а иногда и человека приносят болью и кровью во славу сатане. Если бы он прочитал Евангелие хоть когда-то за свою жизнь, да, в то время, когда ездил за счет РПЦ по всяким Австриям, да, и жил там, он бы понял, что искупительную жертву кровью и болью уже принес Христос за человека, да, забрав наши грехи. А люди, которые страдают на Донбассе, ну, явно невиновны. Даже если мы гипотетически представим, что пришли буряты по заданию Путина, ну а в чем виновны женщины и дети? Аллея ангелов, да? Аллея убитых детей, которые находятся. Ну поэтому, ну я думаю, что таких людей надо срочно лечить, да? Таких как Филарет, после этих заявлений. Ну, але ми бачимо, що навіть при отриманні Томаса він зіграв не останню роль. І за це його навіть нагородили. Але потім, я так розумію, не зовсім повністю розрахувалися. І ми бачили конкретно вже скандал з цього приводу. Знаєте, Дмитрий, мені здається, що при отриманні Томаса он и сыграл роль тормоза. И во многом Томас, наверное, бы дали еще при Ющенке, если бы не господин Филарет. И, кстати, всякие, которые интересуются этой темой, знают о его непомерной жадности и честолюбии. Да, он церковь развалил украинскую, потому что сильно хотел быть московским патриархом. И он теперь развалил и вот эту томосную церковь, потому что ему почетным патриархом быть не хочется. Он хотел быть, ну, хоть где-то признанным настоящим рукопожатным патриархом. А так он оказался для истории обычным церковным ренегатом. Ни он первый, ни он последний. И о нем очень быстро забудут, когда он починит Бозе. Ну, вони знайшли один одного, Порошенко і Філарет, мені так здається. Але все ж таки, давайте подивимося далі. Християнська церква в Україні має бути заборонена. Якщо це не зробить Верховна Рада, це зробить ми. Це ж ви російська громада, так? В Україні буде українська церква, і ми за це ляжемо і зіслимо. Тому що це наша земля. Він прийде, буде керувати. Це не ця московська скотина. Бить, убивать, бороться, отбирать. Вот такие главные слова сегодня произносятся в самозванной церкви Филарета. Терять-то ему и его последователям нечего, кроме своей души. А краще всего... Лучше всего в этих условиях объединиться в одну православную украинскую церковь, отделиться полностью от Москвы и создать большую украинскую церковь, которая будет отстаивать интересы украинского народа. Иначе, хотят они этого или нет, но будут служить нашим врагам. Откуда явился на церковном поле Украины этот одержимый, одетый в патриаршее одеяние, человек, железной рукой ломающий судьбы и жизни людей?
Як ви можете прокоментувати от такі от кадри, які показують російським телеглядачам? От ми бачимо, що все ж таки досить послідовно вони тримають лінію саме на висвітлення подій і ситуації, які в нас в Україні відбуваються. Ну, смотрите, ну, Филарет, он, знаете, в свое амплуа как бы не отпускает себя. Говорит, нам надо объединиться в одну большую церковь. Да что он с Томосной церковью не объединяется? Что они там не могут поделить? Ну, да, это понятно. А дальше ты смотришь этих людей и понимаешь, что они не то, что Библию не читали, они даже символ веры, да, который там из 12 коротких абзацев состоит, не читали, которые каждый православный должен знать наизусть, да? Не строится церковь по национальному принципу, ну не строится, по территориальному, да, ну нету ни эллина, ни иудея, ну не может быть украинская церковь, вот. Там вот украинская в нормальных названиях, это просто принадлежность как бы вот УПЦ, да, эта штука, это принадлежность к территории, да, как были там Смирнская церковь, Элладийская церковь, да, это mm-hmm. принадлежность к территории, потому что по церковному праву легче, когда церкви находятся в разных государствах, легче административные вопросы регулировать, да, но не может быть вот на территории Украины, да, вот церковь украинская, вот как они проверять будут твое украинство? У нас даже в паспорте гражданство не написано. Вот что значит украинская церковь, моя будь это, знаете, это также глупо звучит, как говорится, если страна Украина, то язык должен быть украинский, ну и что? А если в стране половина говорит на русском, значит должен быть русский? Ну что это за аргументы, правильно? Mm-hmm. А в Америке так же и здесь. Это политический инструмент. Украинская церковь это как? Вот давайте, если мы возьмем право обычное, гражданское, да, вот что такое резидент Украины, да, резидент в праве, не в разведке. То есть это предприятие, которое зарегистрировано на территории Украины и бенефициар находится, конечно, на Украине. Так вот теперь мне скажите, Томосная церковь, она является резидентом Украины, если ее центральный лидер находится в Стамбуле. Тогда я согласен, тогда без проблем. Значит так, у нас должна быть, значит, церковь. Если они говорят, что УПЦ это русская, то вот так и пишем. Хорошо, УПЦ переименуем в РПЦ и пишем у нас русская православная церковь, а вторую называем турецкая православная церковь. Ну тогда на таких условиях я согласен. Але якщо бачити, ну якщо продовжувати цю аналогію, то російська православна церква вона буде резидентом України, а турецька вже не буде резидентом України. Вона от Ердогану підчиняється. З юридичної точки зору, все ж таки так, бенефіціар зрозуміло де. Бенефіціар Ердоган. Тому що, смотрите, в Стамбулі, який вони називають Константинополь, ну, це Стамбул, да? Всі знають. Є район, Фанар називається. Фанар, Фонарь, как бы, вот. И там сидит вот этот главный патриарх стамбульский, да, он же Константин Вселенский, хотя к ему кроме Стамбула и там еще пару ничего не подчиняется, ну уже и Украина подчиняется частично. Вот он там сидит. А есть, поскольку Турция, о боже, это государство исламское, где ислам набирает больше силы, есть специальное министерство по делам религии, чиновник, который как бы вызывает регулярно их на доклад и рубит им задачу. Правильно, потому что гражданин, вот этот вселенский патриарх какой страны? О боже, Турции и Америки. Вот. Поэтому украинская ли вот эта церковь, которую Петр Алексеевич Порошенко, имеющий, конечно, единое гражданство, вот, и его дети украинская, просто щебечут на украинском, просто щебечут его дети на украинском. Украинская ли она? Вот можно у этих товарищей поинтересоваться, которые там борются. Добре, давайте подивимося ще один фрагмент цього фільму. Всем нам сегодня треба ставать до боротьби. Кто не может тримати автомат... Всем нам сегодня надо начинать бороться. Кто не может держать автомат против этой внутренней оккупации, не только словом бороться, но и брать краску и писать на заборах о тех, кто ходит в московский патриархат. Предатели Украины. Московских попов гнать с храмов, как сепаратистов. Если мы не будем это делать, мы проиграем. Я от одне не можу зрозуміти, навіщо цей пропагандист рясу надів. Ну, он вроде подрясник только надел, рясу он не одел. Это что, черненькая эта штука, это подрясник. Добре, я там дуже великий спеціаліст, але все ж таки
Це як? От так, от представляєте. А що, так можна? Значить, моляться перед розп'яттям Ісус Христос в Гесеманському саду. Його приходить стража арестовує, да? І вроде Петр достав меч і навіть отрубив ухо одному стражнику. Ісус Христос сказав: "Стоять". Он берет, приклеил стражнику ухо и отдал себя. Потому что, говорит, все, что должно совершиться, правильно? Христос пришел на казнь искупительную. А теперь представьте, Христос бы наслушался вот это и сказал: нет, нет, мы должны взять мечи, автоматы, сейчас пойти перебить всех в храме, Понтия Пилата вообще повесить, да, и римлянам краской рисовать там сатанисты. Ну, эти люди с христианской религией, ну, блин, имеют даже больше дистанции, чем я с балетом, понимаете? Потому что Христос сказал, что блаженны миротворцы, миротворцы блаженны. Они хоть горную проповедь Христа читали. Он говорил, все люди братья, вне зависимости от национальности, нельзя воевать, надо мириться. И добровольно взошел, да, и когда ему издевательски кричали: ты же сын Господний, сойди с Христа, да, вот, Христос не зашел с Христа и не поразил всех смертельными болезнями, а умер за грехи наши. А вот эти господа, ну, я не знаю, что там их в семинариях готовят, может, точно не по тем книгам, может, перепутали они что-то. Може, методички ЄГІЛ з Біблією? Я думаю, може, інквізиції методички. Угу. Можливо. Давайте подивимося ще один фрагмент і йдемо далі. Сполучені Штати Америки. Ми просимо, щоб Сполучені Штати Америки помогли Україні современним оружием. Дух українських добровольчих батальйонів і нашої АТО сильний. Но нам не вистачає оружия. Чому не вистачає? Не тому, що Україна не може це оружие випускати і розробляти, а тому, що вона миролюбива. Судьба Філарета удивительним образом напоминає судьбу українського гетьмана Мазепи 300 років назад. Во второй половине 17 века на Черниговской земле возник такой персонаж – Иван Мазепа. Своей головокружительной карьерой он обязан хорошему происхождению. Он был из семьи военного, достойному образованию, правильной женитьбе и хитрости со смекалкой. В его биографии присутствует несколько сомнительных историй, связанных с предательством и лжесвидетельством против своих боевых товарищей. Но так или иначе, Иван Мазепа в свое время был очень приближен российским императором Петром I. Украинский гетман очень любил власть, больше всего на свете. Это отмечали все современники. Большого подвижника, да, и помощника Петру не было. Известна историческая драма, когда два украинских вельможи доложили Петру I о том, что гетман Мазепа может предать царя. За это царь Петр казнил Искру и Кочубея, тех самых информаторов. Настолько он доверял Мазепе. А Мазепа не только присвоил имущество казненных, но и взял в любовницы 17-летнюю дочку Кочубея Матрёну. Но вот настал 1709 год. Шведский король Карл XII вторгся на Украину. Мазепа, тайный пособник шведов, издал указ, что отныне Украина со Швецией. Даже флаг мазепинцев был похож на шведский. Однако украинский народ не пошел за гетманом. На поле битвы под Полтавой предатель привел всего 3000 казаков. Все знают, чем закончилась Полтавская битва. Ось таку аналогію провели у цьому фільмі Порошенко, Мазепа, той зрадник, і далі додумайте самі, от чому саме так? Ну, у нас же даже Мазепа нарисован на 10 гривнах, которые сейчас из бумажных уже превратились в эти, не знаю, там, с какой-то, из пластмассы их делают, этот металл, или с какой-то. Не, ну, аналогия с Мазепой, в принципе, очень интересно, хотя я бы не говорил, что тогда уже был сформирован полноценно украинский народ, как отдельный от, да, у нас был один этнос. Ну что поделаешь, Мазепа, в принципе, это очень сложная фигура, если проследить его историю, кому он только не служил, да, он и полякам служил, и туркам служил потом, кому и царю. Порошенко не служил, и Януковичу, и партии регионов, начинал Янукович с ДПУ, потом партии регионов, да, ну, Мазепа хороший персонаж, однако не знаю, стоит ли его опять-таки, да, но это все-таки больше прием художественный,
там совсем были другие обстоятельства, события, его как бы не оправдывают. У нас вообще украинские деньги на гривнах, что, вот, что не портрет, то какие-то непонятные личности, да, ну, кроме Тараса Шевченко, это Кобзарь. Богдан Хмельницкий. Ну, Богдан Хмельницкий тоже предатель, он же договор с Россией подписал, правильно? У нас все предатели, а Шевченко половину произведений на русском понаписывал. Ну, це дивитесь, з якої точки зору. Тут можна в історію йти, і це окрема програма. Смотрите, с Мазепой параллель я не согласен, потому что тогда, во-первых, это был период еще как бы феодализма, да, это донациональное государство, тогда говорить категориями национальности сложно, люди подчинялись, да, там было вассальное подчинение, совсем, это была совсем другая общественно-экономическая формация, я бы не стал бы ее натягивать на современный капитализм. Добро, давайте подивимося далі, еще один фрагмент. Украинские националисты считали Филарета как раз вещанием КГБ, советов, партии и всего самого страшного. Но как только Украина стала независимой, и здесь возобладали идеи национализма, вспомнили о старом агенте. И тут, значит, такое преображение, то у всех рты только пооткрывались, знаете, то есть. Он объяснял это тем, что хотел выполнить, но его Кравчук переубедил. Сказал: «Миша, мы как давили попов, так и будем давить. Так сделаем тебе не простую церковь, а золотую. Еще все деньги заберем у тех. А они потом к тебе и прибегут с покаянием». Ну, вот такая сугубо советская история такая, давили чистого преступления. Причем еще много раз рассказано, он и сам рассказывал, что вот он всеми брошенный лежал в Феофане, а он же у нас, как номенклатурщик, все время только там, в 4-м управлении лечился. И тут к нему явились два посланца, там, бывшие коммунисты от Кравчука, своего старого друга, с которым они деньги в партии прятали. Ну и сказали: «Миша, давайте мы все-таки вас сохраним». Ну и дали ему эту историю, что надо создать раскол, значит, партия признает это и так далее. Они назвали ЦК УПЦКП, то есть если это все тут же его окрестили ЦК КПУ, то есть одни и те же буквы, разные только положения в словах. Поэтому я всегда считал, что не последнее создание расколов сыграло как раз вот эта вот партноменклатура во главе с Кравчуком, потому что они сами на соплях висели, это их власть, да? А Филарет еще действительно обладал большими... Он, кстати, всегда их шантажировал, что я многое что знаю. То есть потому что отмывались гигантские деньги партии через церковные счета. И вы посмотрите, первым решением о создании филаретовского раскола, которое подписано, кстати, Слепичевым, вице-премьером тогда правительства, он какое отношение имеет, который внешнеторговой деятельностью занимается? Банк лжепатриарха Филарета «Самопомощь» находится в Чикаго, США. До недавнего времени Филарет довольно часто прилетал сюда с инспекцией и считать деньги. Все пять. Мы бачим навіть банк с таким цікавою назвою «Самопомощь». Даже партии две таких. Як партия, яка пролетит. Две партии. Есть две партии «Самопомощь», да. Ну, там я такой садовий керує одною, а іншою хто ще. А інші, говорят, под свободой лежит. І от так, якісь навіть навіщо придумувати якісь інші назви, якщо вже один раз придумали, просто ретранслюють і далі. Ну, я думаю, що це, що на самом деле Филарет то придумал раньше назвать. Вообще самопомощь, это когда-то в старые добрые времена, в начале 20 века, это были такие кассы, организованные на Западной Украине, кредита взаимного. Я думаю, что вместе с диаспорой они туда переехали и как бы сохранили название. А вот что садовому было, ну, надо было быстро впарить Лахтарату какую партию, его ж лицо везде крутили. Как бы и, ну, народ за него проголосовал, потом понял. Ну, у нас всегда, знаете, у нас выборы напоминают идиотен-тест в этом, в Германии, да, когда там... Можно, вот. Все ж таки, там логика трохи інша. Якщо соціальні обов'язки держави скорочуються усі роки незалежності, а самопоміч, тобто допоможи собі сам. Держава тобі нічого не повинна і не зобов'язана. Я бы еще более бы скабрезлую бы параллель провел про «помоги себе сам», но не буду, потому что вот. Что касается Филарета, то в интернете полно информации про его
клички, когда он был агентом КГБ, и он сам как бы не сильно отрицал, когда ему журналисты в морду тыкнули микрофон, говорят, работал с КГБ, он говорит, ну все противовали, это не я противовал, но КГБ поменялось на СБУ, задачи изменились, а как бы верный генералиссимус подковерной возни Филарет остался как бы в строю. А церковь, да, церковь это хороший способ вращения деньгами, поскольку она налоги не платит и может наличные принимать в огромных количествах. Вот ты ж не знаешь, сколько тебе там Владимирский храм пожертвований нанесли, а вдруг и 5 миллионов, и 10, и 20, и 100. Ну и все, их спокойненько себе завел в кассу, и вот тебе очищенные деньги. Дякую. На жаль, час нашей программы вичерпано. Дякую за ефір. З нами в програмі був Андрій Гожий. Це голова представництва швейцарської правозахисної групи «Сеть солідарності». Це була програма «Хто за нами стежить?». З вами був я, її ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!